Вітаю всіх, хто в цей час завітав на платформу «Аналізуй», платформу розумних людей. Нагадаю, для тих, хто потрапив до нас вперше, ми влаштовуємо зустрічі онлайн. До карантину ми зустрічались в офлайн-режимі. На цю платформу ми запрошуємо різних цікавих і, що приємно, розумних людей і розмовляємо про різні обставини цього нашого життя, про історичні обставини. Сьогоднішній зум проведу я, мене звати Олександра Бабенка, і наша розмова сьогодні незвична для мене і в деякій мірі експериментальна. Ми будемо говорити про Китай, про, може, і сучасний Китай, і про історію Китаю. І почнемо ми розмову про ту частину Китаю, яка нам відома зі школи, можливо, це шовковий шлях. Я хочу представити мого співрозмовника, який знаходиться в Тель-Авіві. Це професор історії Тель-Авівського університету Марк Гамза. І я перейду на російську мову, аби пан професор і я легше розуміли один одного. Добрий вечір, спасибо вам большое, що уділили нам время. Марк, ми з вами вже почали розмовляти перед тим, як запустити нашу трансляцію, і условились, що ви немножко розкажете о себе. Чтобы я это делала, чтобы вы себя представили, где вы получили свое образование, как вы заинтересовались Китаем, как вы пришли к этой теме, вышли на нее, с чего все началось. Прошу вас. Ну, надо будет постараться сделать это все очень коротко, хотя эта история длинная. Но я вообще из Риги, и в 9-летнем возрасте оттуда уехал в Израиль, и здесь учился в школе, в университете Иерусалимском. Да, и вот как раз, когда я поступил в университет, возник, конечно, вопрос, чем именно заняться. И тогда Израиль и Китай заключили договор о дипломатических отношениях. И на этом фоне оказалось, что перспективно заняться Китаем, что я и сделал. Потом, после окончания учебы здесь, я поехал в Китай на год. Был год в Париже, год в Женеве, а оттуда в Оксфорд, где написал докторскую диссертацию о городе Харбине, где была большая русская миграция в начале 20 века. Я этим, собственно, и занимался. Ну, а с тех пор я работаю в Тель-Авивском университете и преподаю историю современного Китая. Прекрасно. У нас тема нашего разговора звучит как новый шелковый путь Китая, но для того, чтобы поговорить о новом шелковом пути, наверное, будет правильнее вернуться к азам и к той же истории, школьной истории для меня лично, и поговорить о том, что собой представляет шелковый путь. Этот термин, насколько мы помним, он употребляется для обозначения основных торговых направлений в Средней Азии. И географическое положение, насколько я помню, его менялось. С чего все начиналось? Как начинался шелковый путь? Всегда ли он был сухопутным? И в какой момент он расширил свои границы и стал частью моря, если так можно сказать. Да, ну эта история, конечно, очень длинная, интересная. И начинается он где-то в 3 или 2 веке до нашей эры. И длится он, вот это тоже сложный вопрос. Некоторые считают примерно до 16 века, а некоторые вот думают, что прямо до 18-го. И шелковый путь фактически это контакт между оседлыми народами, цивилизациями и кочевыми. То есть оседлые, с одной стороны, это, конечно, Китай, но с другой стороны пути это Рим, а затем и Византия, и Персия. Ну, а кочевые народы – это тюрки, монголы, уйгуры, сагдийцы – это предки нынешних таджиков. И, значит, как бы самое сердце вот этого
контакта, значит, главная арена контакта между этими цивилизациями – это Центральная Азия. И это те страны, которые кончаются слогом «стан», да, в том числе Афганистан тоже. Ну, к этому надо добавить еще, наверное, Индию. И вот все эти страны участвовали в такого рода цивилизационном контакте, который длился, как видите, очень долго. Этот путь примерно от 6400 километров. И по этому пути передавалось очень много товаров. И не только товаров, а также идей. Надо сказать, наверное, сначала, что, ну, скажем, это называется шелковый путь, что, во-первых, значит, не только шелковый и не один путь. То есть это было очень много разных путей, которые менялись. Я вот искал хорошую карту, но как-то не мог ее найти, потому что на каждой карте как бы описывается другой этап этой истории. Но, ну вот, скажем, шелк. Шелк поступал из династии Хань, то есть от второго века до нашей эры, до второго века после нашей эры, он попадал в Римскую империю на Западе. Но не следует думать, что в Рим приезжали китайцы. То есть в Риме понятия не имели, где вообще Китай находится. А шелк попадал через большое количество посредников, которые поэтапно, значит, передавали дальше вот этот товар. И потом, значит, нужно, наверное, писать товары, которые попадали по шелковому пути в сам Китай, и те, которые оттуда поставлялись уже в другие страны. Ну, скажем, значит, из Китая это тот самый шелк, это бумага, это порох. Китая. Да, то есть это все было из Китая. А в сам Китай, например, лошади, хлопок, вино, некоторые музыкальные инструменты, например, особенно лютни. Ну и, конечно, религия, буддизм. Буддизм, который попал в Китай от первого, так между первым и вторым веком нашей эры, конечно, во многом Китай изменил, и пройдя через Китай, потом направился еще дальше на восток, и попал и в Японию и так далее. Ну, а источник его, конечно, Индия. Еще вы спросили о морском пути. Фарфор, который тоже является очень важным товаром вот этого самого шелкового пути, фарфор пересылали больше морем. Причем поставляли его и в Европу, и в мусульманские страны, на Ближний Восток. Но это все происходит гораздо позже. То есть, если вот шелк – это еще династия Тан, то есть это 7 по 10 век, то фарфор – это уже где-то с 15 века, 16 века, и перевозят его морем, опять же, португальцы и голландцы в основном. Но это как бы, да, морская составляющая вот этого великого пути. Если вернуться к товарам, то, насколько я знаю, что шелк был не из самых дорогих товаров, а, например, был такой товар, который назывался хлорид аммония, и он стоил дороже, чем шелк.
Что это за хлорид аммония и почему, для чего его использовали и почему он был ценен больше, чем шелк? Бумага, кстати, вы сказали об этом, она была ценнее, чем шелк. И в какой момент действительно шелк стал товаром повышенного спроса? Когда это происходит? Насчет этого хлорида, это, кажется, для краски использовалось, да? Еще нефрит, нужно было упомянуть, нефрит тоже привозили шелковым путем в Китай. Насчет шелка, знаете, главная его функция была в том, что, особенно, опять же, династия Тан оплачивала шелком за поставку коней из Центральной Азии в Китай. А кони им были очень нужны. И вот налаживается целая такая большая государственная торговля, когда Китай поставляет шелк и получает за это отличных боевых коней, особенно из Ферганы. Это были самые знаменитые кони. То есть правильно сказать, что император, фактически императоры, используют шелковый путь для обмена товарами ради военных кампаний. То есть шелковый путь в этот период времени не служит неким, не служит неким путем для обмена товарами между купцами, скажем. То есть фактически правительство использует этот путь в своих целях. Или неверно так утверждать? Это и то, и другое, потому что именно шелк – это скорее государственная торговля, потому что объемы огромные. А остальное вот из того, что я перечислил раньше, например, арбузы, которые попадают в Китай, собственно, по этому шелковому пути, которых не было раньше в Китае. А потом еще, например, вместе с буддизмом, правда, немного позже появляются стулья. В Китае не было стульев, а стулья тоже привозятся фактически из индийского мира в Китай. То там это уже торговля и частная идет, и государственная тоже. То есть это все смешано. Но еще нужно было бы к этому добавить такие вещи, которые не являются товарами в прямом смысле слова, а идеи скорее. То есть, конечно, религия относится к этому. И кстати, не только буддизм, но и манихеизм, например, несторианство, то есть это восточное христианство. Это все тоже попадало в Китай именно этим путем. Еще, знаете, такие интересные вещи. Вот мы привыкли к мысли, что на иконах, да, на христианских иконах мы видим нимб, то есть сияние вокруг святого. А это из буддизма, очевидно, приходит в Китай и из Китая уже дальше распространяется. Здорово. Тогда, наверное, стоит сказать, что шелковый путь и ореол, там, где он проходил, он затрагивал многие государства, и, наверное, там, где он проходил, люди сохраняли о нем какие-то записи, но больше всего сохранилось записи именно на китайском языке о шелковом пути. Даже не знаю, правильно ли это, потому что сохранилось очень много записей на языках, которых уже, собственно, нет. Это языки, которые знают и изучают специально ученые. Тангутский, сагдийский и прочие. Их знают очень мало людей на сегодняшний день, но они специально изучаются и являются собой главные источники. А вообще главным языком, пожалуй, на шелковом пути стал персидский язык.
И Персия, конечно, играет в этом. Мы ее еще пока не упомянули, но Персия тоже играет очень большую роль где-то после 5 века. То есть действительно очень много разных языков, цивилизаций, народов. То есть в этом смысле это все потрясающе интересно и настолько же сложно и запутано. Откуда тогда мы получили главные знания о шелковом пути? Знания, например, знаете, очень важный для этого источник – это находки в городке под названием Дуньхуан. Это в современной провинции Синьцзянь, то есть это автономный регион Синьцзяня, о котором мы еще поговорим. Это вообще главная как бы сцена вот этого всего контакта. И там в самом начале 20 века в сотнях пещер были найдены потрясающие вещи. То есть там были найдены, например, огромное количество картин религиозных на стенах этих самых пещер. А также было найдено огромное количество документов, такое большое, что их разбирают еще по сей день. И тогда вот там некоторое количество документов попали тогда в Лондон, другие в Париж. Потом китайское правительство тогда спохватилось и кое-что перевезло в Пекин. И вот эти документы, которые фактически лежали там и благодаря климату не пострадали, сухому климату вот этого региона пустынного, эти документы дают потрясающее представление о жизни на шелковом пути. И они, опять же, написаны на всевозможных разных языках. Какой наибольший массив знаний из этих документов мы знаем о шелковом пути? Это религиозная составляющая, может быть, какая-то правовая, может быть, это быт? Что именно в этих документах? Это религиозные. То есть в основном эти тексты – это религиозные тексты, но там есть довольно интересный пласт литературных сочинений и даже сочинений на разговорном китайском языке того времени. А это довольно редко, потому что в Китае вплоть до 20 века большая часть текстов были написаны на так называемом классическом китайском языке. А там вот, значит, мы благодаря этим текстам получаем представление о том, как говорили, может быть, или в самом случае писали на разговорном китайском в такой глубокой древности. Значит, это литературные тексты. А еще было некоторое количество текстов, которые касались вопросов действительно права, закона. Ведь когда идет торговля на таком большом объеме, нужны законы, и это все обсуждалось. И еще бывало так, что на обратной стороне, что ли, каких-то бумаг, которые там находились, потому что бумага использовалась, значит, по нескольку раз, то там мы находили еще очень любопытную информацию. Помимо того, что как бы было главным официальным текстом вот этой страницы. Ну, а о бумаге вообще, может быть, нужно сказать, что она была изобретена в Китае. Это одна из великих, значит, китайских изобретений, наряду там с порохом и компасом и так далее. И была она изобретена еще в первом веке до нашей эры, а на Запад она тоже попадает благодаря шелковому пути, но намного позже, в восьмом веке уже нашей эры, и попадает она в Самарканд. А Самарканд – это тогда центр вот этого сагдийского государства. Сагдиана называлась она.
И оттуда уже дальше на запад и в Европу. Мы коснулись тех предметов и товаров, которые попали с Китая в Европу, скажем так. А можем ли мы еще поговорить немножко о быте тех людей, которые жили, где проходил этот шелковый путь? Какие были особенности их быта и жизни? Например, у, не знаю, вашей коллеги или нет, Валери Хансен, она историк в Йельском университете, она рассказывает, что были найдены документы историками, например, как жениться, как разводиться. То есть вот даже такая форма жизни уже была оформлена там, где проходил этот шелковый путь. Что вам известно об этом? То, что мне известно об этом, это в основном именно то, что писала Валери Хансен. У нее есть книга, которую можно порекомендовать всем слушателям, которые читают по-английски. Надеюсь, что будет когда-нибудь ее перевод на русский тоже. И эта книга называется, она вышла в 2016 году и называется «The Silk Road: A New History with Documents». Это одно из лучших, что действительно есть о шелковом пути. И раз я ее упомянул, я хочу еще две книжки буквально коротко упомянуть. Тоже вот за последние 5-6 лет они появились. Есть такая исследовательница по имени Сузан Уитфилд. И ее книга называется очень просто «Life Along the Silk Road». «Life Along the Silk Road». И вышла она, это уже второе издание, в 2015 году. И, наконец, вот прямо у меня здесь на столе лежит такая маленькая книжка, которую я тоже очень могу порекомендовать. Это замечательная серия Оксфорда, которая называется «Very Short Introductions». В рамках вот этой книги, вот этой серии есть книга, которая называется «The Silk Road». И автор ее Джеймс Милвард. Очень хорошее, краткое представление, что это было. Профессор, из тех книг, которые вы перечислили, спасибо вам большое. Я думаю, те, кто нас смотрит, будут рады вашему совету, может быть, даже отыщут эти книги. Но среди авторов я не услышала китайских ваших коллег-авторов. Насколько сама современная китайская наука изучает эту часть истории? Да, конечно. Пишут в Китае очень много о шелковом пути. Просто я не упоминаю сейчас эти книги, потому что они вряд ли будут доступны слушателям, но, конечно, на китайском еще гораздо, гораздо больше, чем есть по-английски. И, естественно, это очень важная тема, тем более она стала еще более topical, да, более актуальной за последние лет 8-9, и мы, наверное, еще будем об этом говорить в связи с провозглашением так называемого нового шелкового пути. А это случилось в 2013 году, и с тех пор целая индустрия развилась вокруг шелкового пути не только экономического и политического, а также исторического. Давайте все-таки вернемся к шелковому пути, как все, прежде чем мы перейдем до нового шелкового пути, поговорим немножко о войнах. Какие самые такие вы бы выделили знаковые военные кампании, которые связаны с шелковым путем и историей, если так можно сказать? Ну, очень много. Ну, скажем, когда я упомянул только что о том, что бумага попала на Запад через Самарканд, то было это в связи с тем, что китайская армия потерпела поражение в битве при городе, вот сейчас я не помню, кажется, Талос. И в результате этого некоторые китайцы попали в плен, и вот от них как будто бы пошло вот это знание о бумаге в Европу. Причем было это уже около 9 веков после изобретения бумаги, собственно, в
Китае. То есть благодаря войне и военно-пленным китайцам Европа узнала о бумаге. То есть это не какие-то специальные попадания товара. Интересно. Вот это, пожалуй, одно из самых главных. Еще гораздо раньше, во время династии Хань, был такой момент, когда династия Хань сражалась против своих врагов, которые называются Сюнну. И тогда послали, значит, на запад китайского посланника по имени Джан Тян, чтобы он там отыскал какое-то еще другое племя, ведь это все еще запутано, чтобы, значит, заручиться помощью того племени против вот этих врагов. Он их не нашел, но он провел более 10 лет там, в тех самых загадочных западных странах. Он там даже женился. И, вернувшись в Китай, значит, поведал китайцам о том, что он видел. Так что, видите, это сочетает как бы и военную историю, и культурную, и, в общем, все такое. Были ли какие-то военные кампании за влияние над какими-то участками шелкового пути? Или он существовал не в зависимости от того, кто там правил на каких территориях? Нет, это конечно, политическая власть была очень центральной для шелкового пути, и считается, что именно периоды мира, периоды, когда долгое время не было войн, особенно при власти монголов. То есть, значит, это от 1279 по 1368 года. И тогда, значит, это, кстати, то время, когда Марко Поло приезжает в Китай и сообщает первые сведения фактически о Китае на Западе. То есть вот это длительное время процветания мира, оно очень способствовало поддерживанию вот этих всех контактов и культурных, и экономических. Но потом борьба за власть. Опять же, надо вернуться к этой самой главной арене, сцене контактов, значит, Синьцзянь. Вот это огромная, на сегодняшний день, огромная автономная часть, автономный регион на северо-западе Китая. Так Китай его присоединил только в 18 веке, ценой очень кровопролитных войн, длительных, с огромным уничтожением местного населения. Но в результате к 70-м и 80-м годам 18 века этот район был присоединен формально к Китайской империи и получил его сегодняшнее название Синьцзян, это значит новая граница буквально. А почему так долго не получалось присоединить этот регион? С чем это связано? А связано ли с тем, что там проживало население, которое отстаивало свою независимость? Помните, я в самом начале говорил о том, что Шелковый путь — это контакт между кочевыми цивилизациями и оседлыми. И вот покорение Синьцзяна — это фактически последний момент существования еще независимого кочевого народа в этом регионе, потому что после этого, значит, он становится частью Китайской империи, и
в то же время подумайте, что происходит по ту сторону границы. Там же расширяется Российская империя тоже, которая покоряет все, значит, мусульманские царства, которые еще находились на той стороне границы, и в результате вот эти две империи как бы сталкиваются. Да, они встречаются, и с тех пор кочевые народы, они подвластны вот этим двум огромным странам. И на этом, наверное, шелковый путь и кончается. На столкновении и встрече двух этих больших цивилизаций, да? А немножко о мифах, а может быть и нет, вы скажете мне. Принято считать, что в Европу бубонная чума попала именно с Азии по шелковому пути. И правда ли, что это, действительно ли это так? И попала она туда через проса, которая давным-давно была известна как культура в Азии, позволял климат собирать два урожая в год, а в Европе этого не было. И когда эта культура попадает в Европу, через нее ученые думают, что и распространилась бубонная чума. Насколько вы согласны с такими такой трактовкой? Я согласен с частью того, что сказали, что она попала действительно в Европу по шелковому пути. Но с историей насчет этого проса я что-то не знаком, она, мне кажется, несколько сомнительной. Больше говорится о том, что она была завезена в Европу моряками. Mm-hmm. И действительно, это была та самая морская часть шелкового пути, в рамках которой действительно корабли курсировали между Восточной Азией и Индийским океаном, а дальше Аравийским морем и Средиземным. И таким образом таки чума была завезена в Европу. Вы сказали, что фактически шелковый путь заканчивается в 18 веке, если я правильно помню. С чем это связано? Это связано с столкновением с другими цивилизациями или к этому всему можно добавить что-то еще? Может быть, это действительно развитие морских сообщений и сухопутная часть шелкового пути просто потеряла свою актуальность? Что произошло? Именно. То есть это, с одной стороны, вот это покорение кочевых народов. А с другой стороны, это действительно тот факт, что перевозить товаром морем стало дешевле и быстрее. И тогда, в этом случае, вот та самая главная сухопутная часть, и она как бы отпадает, хотя на самом деле кое-что еще и продолжается. Это не так, чтобы это все уже абсолютно точно кончается в XVIII веке. Это не совсем так, но более-менее такая картина. А продолжается затем действительно морской товарообмен. Да? То есть вся эта самая тяжесть торговли переносится с суши на море. Вот это становится главным. Давайте перейдем все-таки к теме сегодняшней нашей беседы. Это новый шелковый путь. Мне кажется, уже пришло время о нем поговорить. Концепция возрождения появилась в 2013 году и предложил ее Си Цзиньпин. Почему решили вернуться к этой теме? Зачем нужно это было? Если в самой идее нового шелкового пути это инвестиция, инвестиционная составляющая, зачем инвестиционную составляющую потребовалось заворачивать в исторический контекст? Тут несколько факторов. Во-первых,
о новом шелковом пути, как ни странно, заговорила Хиллари Клинтон еще в 2011 году, когда она была министром иностранных дел Соединенных Штатов. То есть подавались какие-то такие импульсы со стороны американцев, что, может быть, вот мы возродим шелковый путь. Это использовалось в рамках культурной дипломатии. И, с одной стороны, вот можно полагать, что в Китае, услышав такие речи, решили, что уже если кто-то возродит этот путь, то пусть это будет лучше Китай, а не Америка. Но гораздо более тесно, конечно, это связано с тем, что в том самом году, в 2013-м, приходит к власти Си Цзиньпин, который, значит, председатель КНР с этого года, а с 2018-го он, что называется, теперь обнулил свои сроки и, значит, может теперь властвовать до конца дней своих. Он объявил фактически два плана, которые как бы слились между собой довольно быстро. Это, с одной стороны, то, что называется «китайская мечта». Опять же, мы все знаем, что есть американская мечта, the American Dream, и как бы параллель этому, значит, у Китая тоже должна быть своя мечта, и это объявляется довольно скоро после его, значит, пришествия к власти. А с одной стороны, значит, вот эта китайская мечта, а с другой вот эта грандиозная программа, которую он, кстати, объявляет впервые при посещении, при визите в Казахстан. Да, этот план, который включает в себя инвестиции на какие-то триллионы, это абсолютно невообразимые суммы. И тут я, пожалуй, таки покажу вам карту, если можно. Mm-hmm. Я попробую это сделать. Сейчас я открою это у себя. И теперь... Упс. Тут у меня пока нет возможности этого сделать. Вы мне, наверное, должны разрешить. Так, вы пока у меня нет запроса от вас. Как только он будет, я с радостью вам его дам. Я просто нажимаю у себя, и ничего не открывается. Ладно, это так, это не обязательно. Я тогда просто объясню, о чем там идет речь. Речь идет о том, что, опять же, есть по суше и по морю. Да? По суше это и строятся новые железные дороги. Mm-hmm. В частности, например, строится магистраль Москва-Пекин. То есть, скорее, Пекин-Москва, потому что с пекинской стороны уже построили довольно значительную ее часть, а из Москвы там это дело задерживается очень сильно. Но, значит, будет магистраль Москва-Казань, оттуда она уже соединится, значит, с и пекинской. А что касается моря, то Китай по всему миру покупает порты в других странах или дает большие суды на то, чтобы другие страны расширили эти порты и получает там особые права торговли, значит, в них. И все это описывается китайцами, то есть представителями китайского правительства, как совместное процветание, как сотрудничество с другими странами. И все описывается вот в таком вот идиллическом тоне. И при этом, конечно, вспоминается, значит, Великий Шелковый путь и сухопутный, и морской.
И эта история представляется как нечто совершенно свободное от любых конфликтов. Понимаете? И для этого именно очень подходит шелк, потому что шелк — это нечто такое гладкое, даже романтичное. И вот это вот весь этот как бы орел великого шелкового пути, он в этом тоне подается. Да? Но прошлое, историческое прошлое, конечно, искажается очень сильно, когда это дело подается вот так, потому что полностью отсекается и не упоминается вся менее приятная история вот этого, что, например, были, конечно, столкновения. Например, как бы главные два героя вот этого нового шелкового пути, эти исторические герои, это мореплаватель по имени Джен Хэ, который при династии Мин в первые 30 лет 15 века сделал 7 кругосветных почти путешествий с совершенно громадными кораблями, более 300 таких кораблей, значит, побывал чуть ли не всюду, и в Африке, и на Ближнем Востоке, и так далее, и так далее. И вот он теперь по всему Китаю, значит, строятся памятники Джен Хэ, и в тех многих странах, а именно уже более 120 стран, которые подписали всяческие соглашения с Китаем, и в том числе, кстати, Украина тоже, о сотрудничестве вот в рамках этого проекта. И, значит, во всех этих странах тоже вот подчеркивается такая трактовка истории. Но тот самый Джен Хэ, например, он был замешан в довольно кровавых столкновениях во всяких странах, например, где теперь Китай купил порт и отстраивает его очень сильно. Там даже похитили правителя этой страны и привезли его в Китай. И даже пытались похитить главную реликвию острова, а имени зуб Будды. Вот так. А другой герой вот этой истории – это монах по имени Сюаньцзан, который еще в VII веке отправился на Запад. Запад — это не Европа, конечно, а это Индия. И он первый, который привез, значит, оттуда сутры, буддийские сутры, которые потом сам и переводил. Но что, как бы, главный парадокс в этой всей истории, иначе можно сказать, главная его, самая циничная сторона. Мы же упомянули Синьцзян как самую главную арену всего этого контакта. Синьцзян – это мусульманское население, уйгуры. И тот самый мореплаватель Джен Хэ был, кстати, тоже мусульманином. И во всех мусульманских странах, которые теперь в рамках этого проекта сотрудничают с Китаем, там всюду подчеркивается, что он был тоже мусульманином. Например, Индонезия, Малайзия и так далее. Но в самом же Синьцзяне, как мы знаем, и тут я ничего нового не скажу вам, происходят массовые репрессии по отношению к тем самым мусульманам, благодаря которым и существовал фактически шелковый путь. То есть, с одной стороны, представляется замечательно розовая, романтичная история этого самого шелкового
пути, а с другой в реальной жизни в том же самом регионе проводятся очень тяжелые репрессии по отношению к этим самым людям. Вы сказали, что 120 стран подписали соглашение с Китаем в контексте «один пояс и один путь». Кратко решили его называть «путь в 21 веке». Вы можете нам рассказать, в каком контексте эти соглашения? Это торговые. Насколько идут охотно европейские правительства, потому что те оппозиционные голоса, которых я читала и слышала, они, собственно, не в восторге от вот этих подписей. И китайских инвесторов, которые пришли с идеей нового шелкового пути, они называют довольно агрессивными игроками. Какая ваша главная, может быть, не претензия, а обеспокоенность подобным действиям Китая? И почему есть возмущенные голоса в Европе, скажем так, если приходят инвестиции в эти страны, пусть даже и китайские? В чем опасения? Эта ситуация действительно сталкивает все эти страны с очень тяжелым конфликтом. То есть, с одной стороны, привлекательность огромных совершенно инвестиций китайских, а с другой тот факт, что многим китайская политика не нравится, а даже пугает. Например, если я упомянул репрессии мусульманского населения, то что с всеми окружающими Китая мусульманскими странами, которые подписывают такие соглашения и получают очень большие деньги от Китая, посмеют ли они сказать что-нибудь в защиту населения Синьцзяна? Скорее всего, нет. Действительно, они в основном молчат. В Европе отношение довольно скептическое, и довольно мало европейских стран все-таки, в этом случае Западной Европы. Например, Англия не согласилась, не подписывала такие договоры, Франция тоже нет. Италия подписала договор на радикальное расширение венецианского порта. А Венеция, конечно, вспомните Марко Поло, это вообще символ для шелкового пути, и для Китая было очень важно, значит, добиться соглашения именно насчет Венеции. Подписали, но потом что-то это дело застряло. То есть, опять же, есть очень большие опасения по этому поводу. И большинство стран, которые действительно полностью сотрудничают с Китаем в этом плане, это страны Африки, где китайское, значит, влияние приобретает очень большие размеры. И страны Азии, хотя в Азии, конечно, есть очень много тоже конфликт связан с этим. Я думаю, особенно о Индии. Индия не только не соглашалась с вот этим этой интерпретации шелкового пути, а Индия предложила собственный путь. Значит, путь хлопка. Mm-hmm. Значит, раз у Китая есть свой шелковый путь, то мы можем придумать, значит, свой и также продвигать наши политические и экономические цели, пользуясь примерно той же риторикой. Значит, хлопок, дружба, содружество и так далее. Да? А еще Японию вспомните. Китай упорно не включает Японию в свои карты вот этого исторического шелкового пути. А Япония сама считает, что город Нара, который был, если не ошибаюсь, в 8 веке столицей Японии, древней,
японский город. По мнению японцев, он таки тоже часть, довольно важная часть этого самого морского шелкового пути. То есть вот эта трактовка исторических вопросов, она вдруг становится очень важной и политически тоже. Как на вот этот план, как он видится, про Англию и Францию вы сказали, как он видится Соединенным Штатам Америки? Мы начинали о новом пути с Хиллари Клинтон, и да. Как сейчас они видят, спустя с 13-го года, ну почти уже 10 лет? Совершенно, совершенно отрицательно, конечно. И в этом плане администрация Трампа и администрация Байдена мало различаются в своем отношении к планам Китая. Можно даже сказать, что Байден пошел на то, что Трамп еще не сделал. То есть Байден первым объявил существование геноцида уйгуров, что Трамп все-таки вот это самое слово еще тогда не упоминалось. Америка, конечно, видит тут очень опасную для себя конкуренцию и состояние отношений между этими странами очень, я бы сказал, тревожное для всего мира. Мы с вами как раз и познакомились, когда эта история с мусульманским населением гремела. Чем она закончилась и что мы знаем о ней сейчас? Спустя. Она не закончилась, она продолжается. Знаете, я советую тем, кто слушает нас и, наверное, знает прекрасный сайт «Медуза», открыть его и прочитать статью, которая называется буквально «Концлагерь на 10 миллионов человек». Или написать в интернете, в Google BBC Синьцзянь и увидеть очень развернутый репортаж о тех самых лагерях, которые там были построены, которые китайское правительство сначала упорно отрицало, а потом все-таки признало, но представляет их как, значит, места переобразования, что ли, сказать, этого населения. Уйгуров больше 10 миллионов. Это одно из самых важных меньшинств в Китае. Ну и по информации, которая у нас есть, около миллиона находятся в этих самых лагерях или побывали там. То есть, конечно, ситуация очень и очень тревожная. Но я вам дам пример. Вот я вспомнил сейчас об этом отношении мира, значит, к этому всему проекту и какие проблемы возникают. Вы помните Грецию и страшный кризис в Греции? Греция стояла перед очень жесткими требованиями Международного валютного фонда. Да? То есть для того, чтобы как-то поправить катастрофическое экономическое положение в Греции, нужно было что-то радикальное делать. И тогда появились китайцы. И купили, кажется, 51%, то есть контроль над портом Пиреус возле Афин в рамках вот этого морского шелкового пути. И в результате, значит, без всяких там ограничений и требований, которые обычно предъявляет Международный валютный фонд, а на условиях гораздо более льготных и как бы приемлемых, они действительно развили этот порт и сделали его на сегодняшний день одним из наиболее важных в мире.
быстро развивающихся. И вот с одной стороны, значит, все вот эти прибыли и льготы, которые сотрудничество с Китаем в рамках вот этого проекта обеспечивает, а с другой, в Греции тоже есть люди, которые интересуются правами человека. То есть, фактически, из того, что вы сказали, критиков нового шелкового пути волнует состояние прав человека в самом Китае? Или все-таки это претензия к агрессивному ведению дел и бизнеса? Это и то, и другое. И это, знаете, Китая боятся в данное время. И вот я думаю об этом состоянии пришел к такому выводу, что, знаете, в 18 веке Китаем в Европе восхищались. Рококо, шинвазры и так далее, вообще мода на все Китай. В 19 веке Китай в основном презирали из-за его слабости, опиумные войны, поражение Китая в этих войнах. В 20 веке его в основном жалели из-за коммунизма, из-за голода, из-за оккупации японской армии. А вот в 21-м его боятся. И это новое явление. Это интересно. Последний вопрос немножко. Я думаю, это будет интересно тем, кто нас смотрит и слушает, об отношении с соседом под названием Япония. И после этого вопроса я все-таки вас попрошу подытожить нашу сегодняшнюю беседу, абсолютно замечательную. Чем все-таки, на ваш взгляд, может закончиться возрождение этого шелкового пути? Это в 21 веке страх и восхищение от того, что получилось, или не закончится ничем? Может быть, кто-то и помешает воплотить все планы в жизнь? Очень трудный вопрос, потому что для этого надо заглянуть в будущее. А я всегда говорю, что мне, как историку, достаточно трудно разобраться в прошлом, хотя оно уже случилось, а будущего еще нет. Но я думаю, что все фактически упирается в китайский режим. И будут ли в нем какие-то изменения? Два слова про Японию. Как им с таким могущественным соседом живется? Насколько они пытаются сопротивляться? Кто их поддерживает? Или это такой нейтралитет на сегодняшний день? Их Соединенные Штаты. Япония опирается на помощь Америки уже много лет. А также, между прочим, помните, я упомянул раньше Индию, и вот эти попытки Индии, значит, продвинуть собственный какой-то путь хлопка, то также наблюдается теперь сотрудничество между Японией, которую Китай не включает в этот свой шелковый путь, и Индией, как две недовольные стороны вот этого всего. Да? Два великих соседа Китая, которые хотели бы идти другим путем. Спасибо вам большое за эту замечательную беседу. Не знаю, как нашим слушателям, для меня час просто пролетел, и я бы хотела, чтобы вы порекомендовали свою книгу. Я знаю, они у вас есть, они есть на Амазоне, прежде чем мы попрощаемся. Спасибо, неожиданно. У меня вышли в прошлом году две книжки. Одна – это такая краткая история Маньчжурии, значит, северо-востока Китая, с 17 века по наше время. А другая – это история города Харбин и русско-китайских отношений в нем. И вот эта книга называется «Harbin: A Cross-Cultural Biography».
И там в центре ее такая история особой семьи. И это вот все, я думаю, то есть я, конечно, буду очень рад, если слушатели ее найдут и даже прочитают. Я в этом не сомневаюсь. Мне хочется верить, что действительно кто-то заинтересуется и прочтет эту книгу. Я хочу сказать, что сегодня этим вечером с нами был профессор Тель-Авивского университета Марк Гам. За этот час мы посвятили Китаю, прошлому и настоящему. В будущее они стали заглядывать, потому что, как сказал Марк, он историк и не может предвидеть будущее. Я думаю, мы сделали такие пунктиры сегодняшним вечером, и каждый для себя вынесет какие-то полезные вещи, и я уверена, что захочет узнать чуть больше о Китае и новых планах. Тем более, как сказал Марк, в этих планах есть и Украина. Это действительно так. Спасибо вам большое за то, что вы нам уделили время. Спасибо, что выступили на нашей платформе. И спасибо вам за этот интересный разговор. Спасибо всем, кто смотрел и слушал. Ближайший стрим у нас будет в пятницу. Проведет его Микола Вересень. Он будет говорить с профессором Йоханном Петровским Штерном. Поэтому присоединяйтесь. Спасибо вам большое, Марк. Всего доброго.